Слышите? Ничего. Это именно то, что я, как участник конференции, подготовил для вас. Ничего. Нема. Тю-тю. Голяк. Ноль. Ничего умного, ничего вдохновляющего, ничего даже похожего на исследование. Мне просто совершенно нечего вам сказать. Но я буду говорить это так, что создастся обратное впечатление. Будто изрекаю гениальные мысли. И, возможно, вероятно, вам даже покажется, что вы узнали что-то новое. Итак, начну я, пожалуй, со вступления. Буду много жестикулировать. Буду делать вот так правой рукой и вот эдак левой. Поправлю свои очки. А затем я задам вам один вопрос. Поднимите руку те, кому раньше уже задавали вопросы. Отлично, я вижу несколько рук, повторюсь, мне вам сказать нечего. А сейчас я на вас среагирую и сделаю вид, что рассказываю случай жизни. Ну, чтобы снять напряжение, немного расположить вас к себе. Что-то слегка... неловкое. А вы все такие... Ну, правда, все так и было. А тут я скажу что-то весьма впечатляющее. Я буду вот так вот кивать, с очень умным видом. И сошлюсь вот на этого человека. Итак, он сделал кое-что важное, я уверен. Но я, если честно, без понятия, кто он такой. Это просто картинка по запросу «ученый». Мне хочется, чтобы казалось, будто я высказываюсь. Привожу аргументы. Призываю вас изменить свою жизнь. Хотя на деле я просто тяну время. Не верите мне? Давайте взглянем на цифры. Это то, что происходит прямо сейчас. Количество моих выступлений равно одному. Количество интересных фактов в моей речи, тут у нас будет ноль. Мой рост в дюймах 70,5, обратите внимание, с половиной. Дважды 6 — 12. И что удивительно, 6 и 2 — тоже 12. Это математика. 352 — это трехзначное число. 1, 2, 3, 4, 5, и практически сразу после них идут 6, 7, 8, 9, 10. И для содержательности вот вам еще пара цифр. 18, 237, 5601, 2,6 миллиона, 4, 4, 24, с ума сойти. И ведь это все реальные числа. И в продолжение давайте обратимся к графикам. Если взглянуть на эту диаграмму, то можно заметить, что большинство явно превосходит меньшинство. Всем видно? Круто, да? Теперь давайте посмотрим по столбикам. Видите, такие же случайные данные. И это все для того, чтобы вы думали, что я хорошо подготовился к выступлению. Смотри, вы это на YouTube без звука могли бы подумать. Ха! А этот парень течет в теме. Ничего подобного. Я в панике, в замешательстве. Мне ведь сказать-то нечего. Все это притворство чистой воды. Но знаете что? Мне предложили здесь выступить. И будь я проклят, но доведу дело до конца. А теперь, если вы взглянете на экран, то увидите набор слов и интригующих фотографий, ни о чем скачанных из сети. Я буду на них показывать, чтобы казалось, будто мы тут с пользой проводим время. Однако на самом деле я понятия не имею, что половина из них значит. А в качестве продолжения я вообще сейчас начну нести чушь. Агу-агу! Ёлки-палки. Индейка. Рот и рот. Чики-брики. Пальчик выкинь. Замечательно входит и выходит. Ути-пути, я малыш-импровизатор, и кушать очень хочется. Брэд Питт. Ума Турман. Имена. Названия, слова, словечки и прочие названия. Видите? Ощущение, словно я вещаю что-то умное, да? Кажется, будто и впрямь я приближаюсь к какому-то удачному завершению речи. То есть выглядит это похоже, жест мой. Вот я вышагиваю, нагнетаю атмосферу, снимаю очки, хотя вообще-то это просто оправа. Надел их, чтобы казаться умным. А ведь у меня зрение... единица. А сейчас я потихоньку начну замедляться. Сменю свой тон. Хочу, чтобы казалось, будто я подвожу вас к кульминации.
А вдруг это так? Круто, да? А куда деваться? Жизнь — это американские горки. Знаете, я хочу, чтобы вы вынесли отсюда одну вещь. То, о чем я говорил в начале, и то, что я говорю сейчас. Тогда ничего не было. И до сих пор нет, только задумайтесь. Ну или нет, неважно. А теперь я замолкаю. Спасибо. Переведено и озвучено студией Vert Dider.